Я поймал однажды себя на мысли, что когда люди задают вопросы, как правило, они задают такие вопросы, которые я себе не задаю. А тяжело воспитывать 4 детей? Нет, не тяжело. Дорого. Просто. И вот эти за этим думаешь, интересно, как ты, Андрей, относишься к творчеству? Да никак. Заслуженный артист Андрей Мерзликин в общении просто открыт для всех вопросов. Охотно рассказывает о себе, начиная с детства и заканчивая работой над последней ролью в кино. А гордиться есть чем. Все трюки в новом сериале актер играет без дублера-каскадера. Невозможно приспособиться. Я иду на смену, как на очень тяжелый труд. С вечера читаешь план на утро и ложишься спать, думаешь, боже, завтра тяжелый день. А на следующий день опять тяжелый день. Вот так все смены, вот ни одной простой смены не было. Спасибо Егору Чичканову. Ну, с другой стороны, именно это я и хотел. За этим я и шел, и это сбылась моя мечта. А воплотил мечту Андрея Мерзликина в жизнь самарский режиссер Егор Чичканов. Это он придумал сказку для взрослых, в которой главную роль Кощея Бессмертного играет Мерзликин. Заслуженный артист собрал полный зал фанатов своего творчества. Были и те, кто приехал на встречу из соседних регионов. А потому что я не знаю, он в Саратове будет или нет. Это мой любимый актер. Заметила его в «Бумере», но он там мне не понравился. И я долго не смотрела с ним фильмы. А потом уже обратила на него внимание, когда он в других ролях интересных на самом деле. Но «Территория» — это вообще захватывающий фильм. Я сначала ему доверяла, потом не доверяла. Потом, в конце концов, я его проклинала. Ну, в общем, было хорошо смотреть жестко. Андрей Мерзликин поблагодарил самарцев за теплые приемы и рассказал, что, гуляя по городу, прочувствовал, что такое популярность. Поклонники подходили с вопросами, фотографировались и брали автографы. Сделать это можно было и перед выступлением артиста. Виктория Шара и Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков. События.